Приехали на монтаж теплицы Meatlider 3х4, разгрузили. Здесь у нас будут собираться торцы на земле. Здесь у нас брус 100 на 100, обработан антисептиком. Сейчас будем собирать его и ставить уже каркас. Продолжаем монтаж теплицы Meatlider. Поставили каркас, выставили брус, закрепили каркас к брусу. Брус у нас идет 100 на 100, обработан антисептиком. Перекрыли торцы. Резиновый торцы уплотнитель, дверной. Труба идет 20 на 40 на 1,5 цинк плюс полимерно-порошковая покраска. Также подготовили фромуги. Фромуги у нас будут ручные. По торцам у нас дверь с форточкой. И во втором торце также дверь с форточкой. Поликарбонат Новатра 4 мм 0,75 плотности. Сделан для поликарбонатной защиты сот, перфолента плюс профиль торцевой. Сейчас будем перекрывать, обшивать двери, ставить промоги. Продолжаем монтаж теплицы Meatlider 3х4. Здесь мы уже перекрыли ее, сделали промоги, повесили. И с этой стороны также перекрыли. Сейчас будем клеить перфоленту, с этой стороны уже наклеили. Ставить профиль торцевой, делать двери с двух сторон. Здесь также сделаем защиту для поликарбоната, перфоленту плюс профиль торцевой. И все будем прокручивать. Meatlider 3х4. Закончили монтаж теплицы Meatlider 3М с размером 3 ширина и 4 длина. Установили теплицу на брус 100 на 100, обработанный антисептиком. Сам каркас состоит из трубы 20 на 20 плюс 20 на 40 несущая. На 1,5 цинк плюс полимерно-порошковая покраска 8-17 коричневого цвета. Также установили диагональные усилители по диагонали. Забили якоря по периметру, 4 штуки по углам. По дверям у нас идут две двери с форточками. Форточка закрепляется за дверь. Также здесь крючки для проветривания. Также с другой стороны здесь. В Meatlider присутствует фрамуга по всей длине. Фрамуги у нас ручные. Сделали систему подвязки по две нитки с каждой стороны. Поликарбонат идет на ватер 4 мм, 75 плотности. Также защита сот для поликарбоната, перфолента плюс профиль торцевой, резиновый торцевой уплотнитель. Здесь также все защитили. Теплица Meatlider 3х4.